мужики. Я думаю, что перестрахуюсь, но добавлю капелюсечку уксуса. Капелюсечку, просто как консервант. Ну и вообще, в принципе, дрожжи любят кислое и сладкое, кисло-сладкое. И уксус, по идее, мне навредит. А если дрожжам будет хорошо, то и мусу будет хорошо. Картошечку можно еще вот такую использовать. Но я не нашла без соли. Будет с солью. Нужно вообще без соли. Если у вас есть возможность, возьмите без соли. Так. Мне сейчас нужно сделать две. Попробовать. Ради эксперимента. Примерно поровну. Томатный паст. А, давайте рыбьи хлопья добавим. Потому что рыбьи хлопья — это здорово. Не только потому, что там есть много всего, а еще потому, что там есть и растительность. Вот эти спирулина, и белок. Потому что рыбам все-таки белка надо много. В общем, по-моему, это замечательная добавка для любых тварей. То есть здесь будет и протеинчик, и все. Добавлю немного своей универсальной смеси. Просто, чтобы поддержать разнообразие, так сказать. Если вдруг чего-то хватать не будет, чтобы можно было добавить. Так, сахар. Сахара немало, так сказать. Я думаю, что на это количество по 2 черпачка. Можно, даже можно по 3. Теперь добавляем томатную пасту. По ложечке такой жирненькой томатненькой пасточки. Так. Теперь надо это все замешать. Давайте добавим еще, наверное, по капельке уксуса. И по капельке пива. Я не знаю, почему сказали пиво, но, видимо, дело в том, что в нем есть какие-то дрожжи, какие-то бактерии уже есть. Буквально по капелюшечке уксусика, просто по капелюшечке. Так, совсем чуть-чуточку. Все, хватит. Уксус этот у нас... Сколько процентов? Кислотность 5%. Дрожжи. Сухие дрожжи. Так, понимаю, что дрожжи — это залог того, чтобы мало того, что был протеин, плюс еще не испортилась смесь. А в пиве, я так понимаю, есть какие-то собственные дрожжи, плюс пивные, плюс, как ни крути, но там есть какое-то сусло, какие-то среда, в общем, бактериальная какая-то. Сейчас мы это вымешаем как следует. Надеюсь, что нашим ухам это понравится. Рыболтовские говорят, что замечали, что наличие томатного пюре или томатного сока сильно улучшает выход дрозофилы. Я думаю, что все-таки вполне может быть дело в том, что, если подумать, это кислота. Томатов много, кислоты. Мне кажется, что вот с яблочным тоже может прокатить такая история. Кислота, мне кажется, в этой среде очень полезна, в общем. Я даже задумывалась о том, чтобы именно лимонную кислоту использовать для консервации. Но пока я без опыта, я не хочу. Хочу сделать сначала, убедиться в том, что работает базовая версия.
много у меня получилось, конечно. Не знаю, может быть, разделить. Или не, немного, нормально. Нормально, хорошо. Замечательно. На будущее надо вымешивать отдельно, в отдельной емкости, потом накладывать, потому что вымешивать здесь неудобно. Рука быстро устает, нормально, сложно размешать. На дне там еще картоха осталась. Это самые обычные бамбуковые палочки для еды одноразовые. Мы их чуть-чуть сюда повстромляем. Я не знаю, понадобятся ли они нашим питомцам, но если понадобятся, то пусть будут. Попробуем с палочками. Как-то так. Замечательно. И заселяем сюда мух. Куколки сюда постряхиваем. Личинки. Они вылазят через этот нетканый материал. Просто вылазят. Я закрывала сверху он чулком, чтобы они не расползались по дому. Хорошо, что всех видно. Хорошо, что они не слишком быстрые. Хорошо, что они не летающие. Оказавшись почему-то на горизонтальной поверхности, не перестают куда-либо бежать. Просто такие сидят и думают, что делать дальше. Так, одну колонию мы заселили. Мне кажется, у этих уже все будет хорошо. Тут достаточно много. И куколок, и мух. Все не погибнут, скорее всего. На развод ту пока оставлю. Там их осталось не так уж много. Оставлю на случай, если тут что-то пойдет не так. Через пару дней расселю эту. Прелестно. Не знаю до сих пор, зачем я ее взяла. Затем, чтобы получить опыт содержания и разведения. Сейчас я пытаюсь еще вытрясти оттуда, сколько смогу. Да, все, там три мухи осталось, остальное вон все в личинках. Будет понятно, когда они выведутся. Так, этих товарищей закрыли. Этих товарищей тоже закрыли. Надеюсь, не разбегутся. Вроде нормально. Такая вот у нас колония получилась. Кажется, что с ними все будет хорошо. Тут личинок, ну просто уйма. Когда они выйдут, тут будет полная колония. А тут их прям черно. Черно. Насколько их? Быстро. Вторая емкость. Готова к заселению. Кстати, вот через эту сетку они почему-то не вылазят, а через ту вылазят, ну, личинки, в поисках дома, так сказать. Вот так вот. Ну, эта колония точно ничего не угрожает. Тут огромное количество, просто бешеное количество. Личинки тут поменьше, но самих мух тут огромное количество. Так что у них все будет хорошо однозначно. Колония такая не может загнуться. Ну, если уж совсем не будет какой-то беды с кормом, то с ними точно все будет хорошо. Все, порядок. Расселили, всех накормили. Вот эту часть я расселю через пару дней. Мало уже корма осталось, он, видимо, уже пропадает. Еще вылупится тут часть, к тому же. Так что, я думаю, их станет еще на одну банку как минимум, а то и на четыре.
Может быть, часть сюда еще загружу. Быстрые такие. Где уж взялись такие быстрые на мою голову? Научусь с ними работать. В общем-то, можно будет от них избавиться. Добьюсь стабильной колонии, добьюсь, чтобы у меня все было хорошо с ними. Буду понимать, как они двигаются, как их пересаживать, как их расселять. И можно будет уже потом избавляться. А пока что пусть будут. Буду на них учиться. С вами была Виктория Маслакова, Акана Гури. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.